Что он там делает? Он вообще делает простую вещь, которая заключается вот в чем. Он процессы, которые происходят в химическом, физическом мире, он переносит их на социальные процессы. То есть он говорит, вот есть какие-то процессы, там что-то диффундируют, молекулы между собой сталкиваются, то есть хаос кругом. И при определенном стечении обстоятельств, бах-трах, наступает некая точка бифуркации, так называемая, и система переходит в новое состояние.